Югра готова поделиться с другими регионами разработками в цифровой сфере. Об этом рассказала Наталья Комарова во время совещания по вопросам реализации национальной программы «Цифровая экономика» в субъектах УРФО. Провел совещание полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. В Югре 6 из 13 показателей программы на этот год достигнуты досрочно. Широкополосным доступом в интернет обеспечены 99,5% населения. А все образовательные и медицинские учреждения округа подключены ко всемирной сети еще в позапрошлом году. С прошлого года цифру внедряют в здравоохранение. За это время автоматизировали почти 3000 рабочих мест в медицинских организациях. К региональной системе удаленное консультирование подключили 91 из 95 медучреждений. За этот год провели больше 17 тысяч телемедицинских консультаций. Кроме того, взаимодействие граждан с органами власти также постепенно переходит в сеть. Все эти наработки Югра готовы предоставить для тиражирования в других регионах УРФО. Запрос югорчан – получение услуг без необходимости личного посещения государственных органов. И мы, соответственно, реагируем на этот запрос. Перевели в электронный формат уже 166 услуг из 203 наиболее востребованных. При этом 5 услуг социальной сферы предоставляются в автоматизированном режиме без участия чиновника. До конца 2021 года в таком виде будут предоставляться 17 услуг.